На подстанции 750 кВ Белозерская введен в работу автотрансформатор 750-500 кВ. Работы велись в рамках расширения подстанции для обеспечения выдачи мощности строящегося четвертого энергоблока Калининской АЭС. Подстанция Белозерская, диспетчер Ермолов. Прошу вашего разрешения на включение выключателя В541, тем самым поставить под напряжение АТ1. Вас понял, разрешается включить выключатель В541. Выполняю. Автотрансформатор прошел необходимые испытания и комплексное опробование, в ходе которого отработал положенные 72 часа. Комплексное опробование АТ-1 завершено, параметры в норме, замечаний нет, заявку закрываем 20:30. Да, все правильно. Опробование прошло успешно, автотрансформатор введен в работу. Сегодня введен в эксплуатацию автотрансформатор АТ-1, обеспечивающий надежность схемы ПС, связывающий электроустановки АРУ 500 кВт и 750 кВт. Работа по расширению подстанции Белозерская началась в сентябре 2010 года. Помимо введенного в работу АТ 750 кВт, установлен и полностью смонтирован автотрансформатор 500 кВт. Под рабочее напряжение поставлено новое оборудование АРУ 750 и 500 кВт. Ведутся пусконаладочные работы на АРУ 220 кВт, а также наладка панелей рельней защиты и противоаварийной автоматики в здании общеподстанционного пункта управления. В настоящее время проводится реконструкция подстанции Белозерского, которая предусматривает расширение подстанции, установка АТ 750 кВт на 500, АТ 500 на 220 и заходы линии 220. Данный проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, позволит приступить к реконструкции, к реализации проекта реконструкции подстанции Череповецкой и позволит дополнительно подключать потребителей, что очень немаловажно для такого динамично развивающегося региона, как Вологодская область. Подстанция 750 кВт Белозерская является крупнейшим питающим центром Вологодской области. С вводом в работу четвертого энергоблока Калининской АЭС уже в декабре этого года потребители получат дополнительную энергию, которая будет обеспечивать надежность и уверенность в завтрашнем дне. Нил Ворожищев, ФСК ТВ.